В ближайшее воскресенье в Чувашии пройдут дополнительные выборы депутатов Государственного совета и городского собрания Чебоксары. На еженедельной планерке в администрации города обсудили подготовку к единому дню голосования. Депутатский мандат в Государственный совет по центральному одномандатному округу и 6 в городское собрание столицы. По словам заместителя главы администрации города Алексея Маклыгина, сейчас устраняются недоделки на участках, проверяется их безопасность.